И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, как всегда отличнейшее настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Ну и напишите в комментариях, что это за карта, я сейчас вам ее покажу, с какой игры, ну и с чем ее едят. Ну все, Димончик, давай по старой схеме будем исследовать эту карту. Здесь что-то страшное произошло и очень плачевное. Плачевно, 100 лет это слово я не использовал. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Сейчас покажу, что у меня что еще. О, в новенькой кружечке. Ребята, за вас. Блин, палец соблил. Ладно. Ну все. Блин, у тебя рука такая эпичная. Ну стой, дай на руку твою посмотрю. Так и стой. Ты когда Димончик будет смотреть запись, ты будешь угорать. Ты, короче, у тебя рука еще длинная идет, а ты пистолет держишь кистью. Да? Да. Прикольно, у тебя пистолет как приклеили, суперклеем. Вот эта дверь напомнит что-то. Напоминает. Все знают, с какой игры. Тут не написана эта игра? А, не написано. Так, камеру убрать, а потом я нажимаю. План у нас заключается в том, что, Димас, мы пробираемся сквозь какой-то непонятный... Джунгли. Нет. Не, ну это не джунгли и не лес. Деревню какую-то, заброшенную деревню. Да? Где, скорее всего, обитают какие-то ненормальные люди. Ненормальные люди, такие как мы. Мы идем к этим... В Outlast 2. Знаешь, типа, есть деревня в Outlast 2. Да. Там тоже были неадекватные всякие. Вот типа такого, только нам надо будет, короче, уплыть на лодке. Да, и все подписчики просили, Димон, если мы будем стреляться в кого-то, не использовать имбовое оружие, ни палочки, никакие там серьезные оружия, потому что это неинтересно. Давай. И, ребята, я с вами согласен полностью, потому что хочется немножко больше валива. Давай начнем исследовать с первого помещения. Кстати, ты не обратил внимания, недавно ли поменяли фонарик? Ты видишь, круг более такой, или больше стал, или по краям рассеянный такой? Или мне скажут, я идиот, так и было. У тебя желтым оно тоже подзагорается, когда я так боком светишь? Да, но иногда как бы если... Ты залез полностью, все, дверь, мы тебе будем тебя замораживать. 20 лет спустя. О, смотри, кто нарисованный. А, это не нарисованный. А, нет, ты нарисованный. Че, это просто вещь, дюблин. Это шмотки валяются. А я говорю, нарисованный кто-то. Творческие люди могут видеть во всем что-то, да? Хорошо, что не про меня. Блин, настроение всегда как-то классное. Вот вроде начинаю ребята записывать. Ну, нажимаю кнопку запись, и улыбка появляется, и хорошее настроение. Потому что это ваши лайки. Вот, чувствую, как лайки добавляются к видео, к ролику этому. Я сегодня заговариваюсь. Хочу много сказать, а не могу все сразу в одно приложение вместить. Так, здесь у нас чисто. Припасы какие-то есть. Что-то чересчур тихо, ты заметил? Чересчур тихо. Никогошеньки. Ну, идем дальше. Мы только три дома исследовали. Вот точка, да, смотри? Такая американская, да, классная? Какой-то Ford Mustang какой-то, знаешь, такой именно такой. Старенький. Так, а мы здесь не были? Доски эти не ломаются? Смотри, доски... тут можно даже дверь не открывать, так, хопа, смотри, забегу, смотри. Эй, а я не могу залезть. Да? А ты думал, пролезть можно? Хитрец ты какой, нельзя. Вот тут второй этаж есть, Димончик, смотри. Под ногами водичка валяется, что-то еще у нас, каминчик здесь. Все по красоте. Кстати, одно время я был запускал, у меня розовые текстуры были в Гаррис Моде, я аж испугался, что что-то уже... Тут аниматроники, Димон. Это жесть. Я тоже слышал. Сзади где-то было у меня. Так. Тихо. Дверь, открывайся. А тут дверь закрыта. Блин, зараза. Смотри, что эта команда делает. Дырки от пуль сразу исчезают. Ой, Димон, не хотел. Вот постреляй дырки, и они сразу другие исчезают. Ты понял? Оптимизация как работает. Эти команды работают для того, чтобы... Если хотите, я под роликом могу оставить команду, которая повышает производительность на серверах. Вот я ее прописываю всегда, мы играем очень много. Людей, да, а что на Димон делает, ну расскажи. Ну, ты вот сейчас видел, она убирает как бы кровь и убирает выстрелы предыдущие. Она много, наверное, всего делает, и оптимизация добавляется моментально. Тут у вас сервак лагает, вы ее вводите через ее в консоль. Плюс 15 FPS где-то так вот прибавляет. У меня больше бывает. О, смотри, стрельни в стекло, да, как классно бьется? Да. Я только что тень видел. Да? Да, вот тут тень была. Вот здесь ходила тень. А подожди, есть там? Давайте почитерим. Не, никого нету. Хотел посмотреть, там есть чердак, может... Да что ж такое-то? Я убегаю отсюда. Давай, стой. Уходим, стой, не, не стой. Чика бежит! Она сюда не поднимется, Дима, не переживай. Она не поднимется сюда. Или поднимется? Не знаю. Тихо. Вот дурочка. Давай, Димон, в окно и текаем. На крышу, звуки такие, когда Чика издает? Да, ну слушай. Это Чика издает разве? Да. А вот тень.
Вообще жуткие, да, какие? Да, она какая-то подлагивающая. Ё-моё, я чай не ожидал. Да. Я ж не хочу близко подходить. Тихо, опять. Сзади... Она бежит, она сзади появилась. Так, машина меня не спасет. Это не спасет. Забор. Там забор не спасет. А, ребята, она за мной. Тихо, тихо, тихо. Мы ее попробуем Вот, эта тачка моя спасет. Фух, я так испугался. Тихо, тихо, я здесь. Ребята, не подходите. Димончик, помогай мне. Какие-то звуки новые. Они раньше были или нет? Да ё-моё, еще один. Фредди пришел! Он к тебе побежал, Димон! Ай, ты чё? Вон, он бегает под тобой. Испугался? Ребята, он сзади, идите к нему! Ну, Чика! Ну, не трогайте вы нас! Я по голове тебе буду стрелять! Блин, а ты его не возьмет? Мне кажется, я его даже не смогу убить. Ого, по голове! Просто такая именно поноса из крови. О, Бонни, Фредди! Ха-ха, привет, друзья! Я бегу, Димончик, я бегу. Я хочу где-то выжить, потому что машина это не выход ситуации. Так, они за мной. Блин, это тупик, я сейчас проиграю. А, ребята. Беги, прощайте. Блин, сам себя в тупик загнал. Ну, на машине стоит это не резон, потому что так можно простоять очень много времени. Ничего не изменится. Они все сюда бегут, Димончик. Давай их мочить. Давай дробашами их мочить. Блин, я как записываю, у меня начинает все чесаться, когда я начинаю переживать, бояться, нервничать, у меня начинает все тело чухаться. Нос чешется, глаз чешется, спина чешется, напишут в комментариях, иди покупайся. По-любому, блин. Да, ребята, ставьте еду возле динамиков, потому что будем заряжать ее позитивной энергией. Вообще, набирайте вкусняшек побольше, потому что мы только начали. Они за мной не бегают. Ты чё? Тракторец такой прикольный. Текстура. Димончик, я тут хожу, текстуру рассматриваю, Димона гасят. Мне так нравится, когда тебя аниматроники убивают. Не знаю, чё, но мне это нравится. Ты где? Я здесь. Я возле машины вот этой вот джипа и машины этой американской, где мы говорили. Ты физган его тягаешь, так нечестно. Он застрял-то. На ему, давай будем его гасить. Он когда стреляешь, он не бежит, видишь? Он приостанавливается, так что... Ес, ребята, мы это сделали. Жесть, я нервничаю. На! Ты живой, Димончик? На! Я близко подошел, наверное. Так. Шо, Бонька? Буду стрелять рядом и понимаю, попадай по нему, ну. Сейчас зарядимся. Подожди, ты не спеши, иди сюда. За мной тут Голден Фредди. Тихо. Бонька, я здесь. А чё он так утеривает меня быстро? Ты бревно... Блин, они какие-то слабые сегодня совсем, но это только начало. Я хочу сегодня сзади хорошо тебя, постреляться. Сзади. Где? Димон, Голд Фредди, это не шутки. Блин, нафига сюда... А, он не пройдет сюда. Я знаю, не пройдет. Не пойдет? Не, он даже сюда зайти не может. Он ни о чем. Ты чего орешь, дурачок? Еще один. А, это Чика. Не, Чика не зайдет. Хотя она более умнее, начала обходить здесь. Давайте ей поможем. Ну, на ступеньки заходи. Она все равно в проход не зайдет. Ну, а мне интересно, она пойдет вообще, смотри, давай вот так сделаем. Смотрите, на грани жизни и сил. На грани обоссаться или обосраться. Это называется так только. Блин, я не ждал, она так быстро меня испугает. Давай я, короче, буду со спины. Она на меня перестала. Я в кустах не спрятался. А что, когда тебя пугает, Фредди на столе появляется? Это мод такой, да? Да. Понял. О, здесь они пройдут точно. Ядушка. Ты же будешь полчаса орать? Да закройся уже ты. Так, пошли дальше, мы карту еще не изучили, они нам не отпускают. Да. Они не дают нам пройти дальше. Это надо исправлять. Хотя мы и так замочили уже неплохо. О, Балунбоюшка. Сопровождающий, пусть нас сопровождает. Балунбой же не убивает, да, и не будет скример, просто фонарик отключаем, ну да. Ну пошли с нами, пусть с нами. Это наше сопровождение будет, ребята. Так что будет он с нами. Пошли, Димон. Пошли, Балунбоюшка. Пошли. Осторожно. А! Димон! Испугала меня! Ё-моё! Далеко, я не могу, мне эмоции. Она далеко была, ребята. Как она так напугала меня? Она там была 20 сантиметров от меня. Так, я вижу тебя. Я бегу, я прибежал. Я буду УЗИшку в руках держать. Опа, фонарик отключился, а Балунбоюшка где-то здесь. Опа. Опа-на. А где это Манглиха? Ты ее убил или она еще? Опа, вот она. На этом же месте меня ждешь. Пошли, пусть она ходит здесь.
Она добрая, мне ее даже жалко убивать. Так, пару пулек в лоб стрельну. Смотри, какой трактор классный. Я смогу на него залезть? О, смотри, я на тракторе. У меня никто не достанет, ни один аниматроник. Мы здесь в безопасности. Да. Так, пошли дальше. Да ё-моё, ну что ты не пугаешь? Привет. Тихо, я слышу этот звук. Да я сейчас убью, она легко убивается. Непривычные эффекты так в Гаррисмане затеяли. Блумбой убить, он мешает. Пугает. Иди сюда. Есть. Пытается напугать. О, смотри, какой красавчик мимо меня пробегает. Они все на тебя бегут. Ребята, смотрите, на Димку бегут, а на меня не бегут. Ты сюда не иди, ты и там води. Вообще это был аниматроник. Вот же раза. Жараза такой, а? Так, давайте, чтобы мы ускорили процесс и будут подлетать. Ай-яй-яй, не трогайте меня. О, вот тут дроп твой от дробовика пролетает через всю карту. Тихо, тихо. Вот ты так быстро бегаешь, как и марионетка. Ай. Это я тебя убил, а не? Нет, они не убивают. Я не могу пройти, они мне не дают. А я задом. Да бегай, да ё-моё. Я в забор уперся. Блин, эмоции... Да, ребята, согласитесь, с вебкой эмоции все-таки намного приятнее смотреть, когда без вебки не то. Поэтому сейчас буду опять с вебкой больше выпускать роликов, потому что все просят и пишут. Просто не всегда есть возможность на хромакей ставить освещение, туда-сюда все это настроить, все это сделать. Но я не буду ничего убирать, чтобы оно постоянно стояло. Буду и спать в этом хромакее. Иди сюда, голова. Офигеть, я с тобой голова вижу. Да я вижу. Ребята, напишите вообще в комментариях, что это за головы, откуда они взялись вообще в аниматрониках, а? А, на меня, да? Не, на... Димочек, они тебя так любят, они прям за тобой бегают так дружно. Да. Таравот. Да. Ты чё тут лазишь? А, я не думал, что она умрёт. Ты об забор уперся, походу. Тихо, я заряжаюсь. Сейчас заряжусь. Сейчас. Пока он добежит, уже время кончится. Димочек, я убил этих уродов. О, смотри, кто у нас тут. Слышишь звуки? Как чайник кипел. Похожее что-то. Как автобус на остановке останавливается, не? Да. Я же не знаю, с чем сравнить. А тут открыто, закрыто? Давай проверим. А, нет, там улица. Там, Димас, какие-то звуки внизу были страшные. Я спускаюсь, не очкуй. Опа. Он тебя убил там. Ты прислушивайся, просто где звуки, там он где-то примерно находится. Вот ты побежал прямо на звуки, я слышал звуки. Вот я. Ты прям на них пошел. Ты аккуратней, слышишь звуки, не иди. Понял, все, я очень внимательно. Незнакомая дверь, не? Не знаю. Та же текстурка просто в другом месте стоит. О, Димончик, садись. Я покатаю. Слышишь, около двери звуки такие страшные. Садись. Слышал? О, можно поставить этот, мне в одиночку сюда Alt-E, чтобы нажимать и садиться? Не знаю. Да, вроде можно. Есть такой мод где-то. Да. Там около двери был, Дима, звук этот, лучше не подходи к той двери. Кстати, вот эти вроде взрываются. Опа, марионетка. Марионетка! Димончик, мне это не нравится, она везде может пройти, нас везде достанет, нас везде убьет. Я очень боюсь. Это самый, наверное, такой уворотливый и самый хитрый аниматроник, который может везде и все. Где? Я в этом же здании, только на втором этаже. Как раз где дырку я перепрыгивал тогда. Он взрывается или нет? Ого, они взрываются. Тут канистры... Опять он бежит, этот где-то спринтрап. Тут канистры есть на карте, по ним стреляешь, они взрываются. Видел? Да? Да, ого, вот канистра так взорвалась. И там на улице еще канистры стоят возле входа, они тоже взрываются. Да? Я в шоке, я просто так рандомно пострелял. Так, я на втором этаже, а? Вот я вот, смотри. Вот, стреляй в канистру. Ага. А вот тот белый баллон за. Ого! И белый взрывается, и красный взрывает. Но белый там получается кислород. Беги! А он сюда не зайдет, Димон. Ты мне в здании неохота здесь. Чувствую себя как-то неуверенно. О, еще канистры. А ее можно на Е брать? Не знаю. Вот. О, ее на Е можно брать. Значит, тут по сюжетке она нужна. Ну как бы. Да откуда, Димон? Ну его ж не было нигде. Он тебя убил, не? Так он сзади тебя бежал. Не, слышишь какие-то звуки? Его ну, так это он бежал. Конкретно его звуки слышал, а его Димон среди тех звуков не услышал. Да. Так, Димончик, ну что, в этом доме мы все изучили, пошли дальше. О, смотри, канистры еще, давай их повзрываем. Мне так нравится взрывать их.
На! Велосипед. Ты какой велик? Кстати, этот велик я ни разу еще не видел. Эту модельку велика. Смотри, он прикольный. Он прикольный. Хотел бы себе такой? Марионетка. Марионетка? Дима, я думал, ты шутишь! Ты не шутишь! Так, Димончик, мы вдвоем против одной марионетки несчастной. Поэтому мы должны ее загасить. Или обмануть как-то. Ты слышишь этот звук противный? Она меня видит. Она меня видит, Димон, я убегаю. Беги. Интересно, она сюда сможет? О, она только начнет по ступенькам подниматься, я спрыгну и убегу. Я придумал, все. Опа, вот. Сейчас мой шанс, надеюсь, я его не прощелкаю. Так, бежит. Опа, застыла. А, Димончик, я нашел место, где она на месте. Вот умная. Может, она сзади меня появится, не? Тихо. Димончик, я убегаю. Димончик, беги. Опа, ее нету. Она там. Быстрее, под воду. Опа, тут она меня не достанет. Тихо. Она бежит за тобой. Она забор ломает, Димон. Где она? Так она только что прошла, и забор поломался. Да? Да. Вот она. А! Она бежит за тобой. Я под водой. О, я вообще... Я в текстурах. Прощайте, как она под водой меня везде достает? Димончик, ее нету. Она тут была под водой. Значит, она где-то здесь и есть. О, смотри, какие поплавки. Ой, буйки, поплавки, говорю. Она бежит, я ее вижу. Она сюда. Че, опять на этом же месте умереть? Я не хочу. Может, она где-то здесь застрянет, в этих штуках? Да, мне кажется, она сюда не сможет пройти. А что-то звук был. Нет, не проходи сюда, нет! Это зараза, блин, ребята. Ну, гасит. О, ты меня тпхнул, это хорошо, ты меня тпхнул. Хотя мог бы сам, забывая постоянно. Так, Димончик, что, может заводить этот катер? Давай, короче, ее мочим, заводим этот катер и просто валим. Потому что здесь нам больше делать нечего. Вообще не хочу здесь больше оставаться. Но если вы напишите в комментариях, мы сюда еще вернемся и зачистим всех! Блин, она ж не меня агрилась, она вроде мимо пролетала. Зараза такая. Ты специально спамнишь, чтобы накормить ее трупом моим. Вы с ней договорились. Вот она. А, это ты. Мне кажется, что это она. Ты тоже худенький просто и быстро бегаешь. Издалека кажется, что это марионетка. Димончик, все, не выпускай ее, это ловушка. Держи ее там, не выпускай. Хотя как ты можешь держать и не выпускать? А что, ты же не такая умная, да? Давайте ее рассмотрим. Давай, Димончик, кто я ее рассмотрю? Тебе так понравилось, когда я аниматроников рассматривал. Смотрите, какая она красивая. Так же самое, Димон, видишь бак на пальцах? Так же самое, завернутый в другую сторону. Я вот, ребята, разговариваю с тобой, а сам пальцем на экран показываю. Как будто ты рядом стоишь, и тебе объясняю. Кстати, если боком в нее стрелять, то урон не проходит по ней. Надо ей прямо в лицо стрелять, да. Что, ребята, убили марионетку, мы уплываем отсюда. Опа, уплыли на свою голову, смотри. Они нам, ребята, не дают отсюда уйти. Я так говорю, у меня аж гитара в углу звенит и струны там. Он передо мной, спасибо. Тихо, Димон, ты не двигайся. Давай, гаси его. Да что он так? Он сзади меня, нет, он сзади тебя, Димон. В голову. Он опасный. Есть, мы это сделали, ребята. Все как всегда четко и красиво. Ну что, мы уплываем отсюда? Да. Заводи этот катер. Подожди, тут есть место этого капитана? О, вот, Русь, смотри, вот место капитана, иди сюда. Все на борту, поплыли, да? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!